религия иудаизм, основа которой Тора. И вот Тора делится на четыре части. Я вас не буду очень сильно и долго путать, но чтобы вы хоть какое-то имели представление о том, что такое Тора. Тора делится на четыре части. Первая ее часть – это та книга, которую ты читаешь и буквально все понимаешь. Вот что написано, то и понимаешь. Вторая часть Торы – это намек на скрытые части в этих святых книгах. Третья часть Торы – это толкование намеков, которые там скрыты. И вот четвертая часть Торы – это тайная, секретная часть, которая называется Каббала. От слова «лекабель». «Лекабель» или «получать». Что такое Каббала? Тайна вот эта часть. А там скрыты все тайны Творца, как он этот мир создавал. Самый первый был каббалист на земном шаре – это был Адам, которому открыты были все секреты. Ну и после того, как Адам согрешил, кстати, вот налево смотрите, вот они, Иисус Навин и Калев, виноградную гроздь несут на плечах. После того, как Адам согрешил, он лишен был этих всех тайных знаний. И потом уже Аврааму все это открывается, вот Аврааму и его детям, от его детей Иисусу Навину и дальше до старейшин. И вот эти тайные сакральные знания вот так вот передавались из поколения в поколение. Это все было тайно и секретно, потому что знания Каббалы, они сопоставимы, наверное, с атомной энергией. То есть от нее может и польза быть, а от нее может быть и страшное огромное разрушение. Было такое в истории еврейского народа. Не один раз люди, которые знали тайны и секреты Каббалы, использовали не по назначению это все. И вот сегодня в Цфате живет довольно-таки много каббалистов, которые изучают вот эти вот тайные сакральные части Торы, которые называются Каббала. И каббалисты – это мужчины, это евреи обязательно, евреи старше 40 лет, женщин нету среди каббалистов. Ну, я вот знаю, мне часто очень говорят, когда мы в Цфат приезжаем, секундочку, а как же Мадонна, как же там Ричард Гир, по-моему, тоже каббалистом стал. Смотрите, сейчас идет профанация просто каббалы, на этом элементарно зарабатывают деньги. Эти люди, которые изучают...